Другой случай, который описывает шейх, это когда группа атеистов, по-арабски это называется аль-малахида, материалисты, собрались вокруг одного из ученых, и говорит он, шейх, это был Абу Ханифа, скорее всего, мы знаем, да, что это был Абу Ханифа, рахима Аллаху Та'аля, и сказали ему, что указывает на существование Ассания, Ассания, то есть Творец, Создатель, что указывает. И он сказал, подождите, подождите, потому что сейчас мои мысли заняты другой проблемой. Некая странная вещь происходит, говорит он. Они сказали, а что случилось? Он сказал, до меня дошло сейчас, что в Диджиле, что есть сейчас вот по реке, хорошо, плывет по Тигру, река такая, да, плывет корабль огромный, который заполнен различными видами удивительных товаров. Хорошо. И этот корабль сам плывет, куда ему нужно, и возвращается обратно, и никто не ведет этот корабль, и никто не двигает им, и нет капитана на нем, нет штурмана, никого нет, кто бы всем этим занимался. И они сказали ему, Маджнуну Нанта, ты что, сумасшедший? Он сказал, почему? Они сказали, человеку, у которого есть разум, разве может поверить в такое, в то, что ты говоришь? Он сказал, а как тогда могли ваши умы поверить, что этот мир со всеми видами, со всеми различными классами творений, с различными событиями удивительными, вот это мироздание, эти орбиты, эти планеты, все это вращается, происходят все эти события без того, кто это производит, без Творца? И как все, что движется, оно движется без того, чтобы кто-то этим двигал. И тогда, конечно, они стали упрекать самих себя за свою глупость, то есть были поражены в этом споре.